Сегодня я вам рад представить нового начальника ГИБДД ОВД России по городу Череповцу Баева Николая Александровича. Значит, 23 марта 2019 года он был назначен на данную должность. На данной должности вообще, не на данной должности, а в службе ГИБДД он вообще очень давно, с 96 года. Сразу в службу в армии я пришел в госавтоинспекцию, как здание еще было на Советском 28, в 96 году, на должность инспектора ДПС, сержанта милиции. Через определенный период был старшим инспектором, после чего назначен замкомандира взвода, потом командиром взвода, после чего пришлось мне поработать в технадзоре. После технадзора назначен был на должность командира батальона, ну и вот в этом году на должность начальника отдела ГИБДД. Кроме профилактики безопасности дорожного движения, да, чем занимаются непосредственно сотрудники ГИБДД, также сотрудники ГИБДД еще раскрываются преступления. Так вот так, за непродолжительный период времени, под его, опять же, скажу, руководством, да, вот уже были такие раскрытые преступления, как, допустим, лица задерживались с наркотическими средствами непосредственно, которые передвигались на автотранспорте, в том числе в ночное время, когда совершаются кражи с автомашин.